В этом видео я и мой друг Ваня попробуем себя в роли агентов ЦРУ, а также в роли главных злодеев, которые будут запихивать агента в свой ящик. Главная задача — выбраться из него быстрее соперника. Стены ящика очень крепкие, поэтому здесь нужно быть настоящим агентом с шпионскими часами. Ну что, ребят, я надеюсь, вы поняли, что будет происходить в этом видео. Недавно пришла идея, а что если нам попробовать быть агентами? И узнать, кто из нас мог бы быть лучшим агентом. Что для этого надо? Да, два костюма, смокинга красивых, чтобы были такие пацаны, бомба и главный злодей. Я предлагаю, тогда надо сразу и начинать. Ну, надо начинать. Бомба, злодей и смокинги в студию! Ну что, дружок, попался? Пацаны, вытаскивайте его. Вышь, иди сюда. И слова. Ну что, допрыгался? Как дела у тебя? Мне кажется, ему нравится. Что скажешь? Ты понимаешь, где? Mm-mm. Не понимаешь. Это место, где я пытаю всех таких, как ты. Пожалеешь о том, что ты сделал. Знаешь, Ваня, это было очень опрометчиво залезать в багажник моей машины. Ты думал, мои люди тебя не найдут? Ты все равно не сможешь помешать мне уничтожить красную кнопку подписаться, чтобы никто не смог подписываться на блогера. Ты только представь, кнопки подписаться просто не существует. Я ее уничтожу. Нет! Ты изверг! Да, я изверг, но знаешь, куда я тебя засуну? Куда? Дружочек, ты попал. Нет! Тащите его, тащите его! Я уничтожу кнопку. У тебя не получится. И никто не сможет подписаться. Закрывайте его. Крути его за сверлом, за шуруповерт. Шурупчик побольше, поменьше? Давай побольше. Идем, идем. Ну что ж, Ваня, я устанавливаю бомбу. А ты уже делай, что хочешь. Выбирайся, не выбирайся. Я могу позвать твоего придурочного друга Егора, если ты хочешь, конечно. Какого Егора? Какая бомба? Егорика звать? А, Егорика зови, да. Ладно, все, я ставлю бомбу, устанавливаю код. Я не знаю, у тебя минут 20. Поставлю 23. Ой. Все, давай. Делай. Я не знаю, что ты будешь делать. Я пошел. Пока. Мужики, грузимся. Ну что, ребят, челлендж начинается. Ваня, ты там что, как? Нормально. Короче, тебе нужно сейчас, знаешь, что сделать? Отвязать руки, чтобы у тебя они были свободные. А потом будут задания, благодаря которым ты будешь получать свои инструменты. Во-первых, ты агент, поэтому все задания ты спрашиваешь у своих часов. А я буду за этим всем наблюдать. Так, ну что, поехали. Первое, мне надо, короче, достать этих веревок. Руки! У меня есть пару ходов. Многоходовочек. Главное, чтобы меня не спалили. Та-дам! Мне нужны инструменты, чтобы выбраться отсюда. Какие нужно выполнить задания? Ваня, чтобы получить первый инструмент, ты должен показать подписчикам свою галерею в телефоне. Ты должен сейчас показать все фотки свои. Давай мобилу, короче, покажу зрителям. Нет, ты обалдел? Давай, да там, блин, что у тебя жесткие фотки там? Ну нет, ну нельзя, черт. Ну ты должен перед подписчиками всем делиться. Ваня, это единственный твой шанс выбраться. Тебе нужно как минимум первый инструмент получить. Давай, заходим, смотрим, что тут есть. Братан, не надо. Я прошу. Из будки вылез. Смотрите, ребята. В смысле? Что ты там смотришь? Ваня странненький чел. Во-первых, у него есть вот такие фотки. Какие? Вот мне уже реально интересно, что ты там показываешь. Ребята, то, что вы сейчас видите, это самый эксклюзивный контент и реально самый мощный. Ваня очень смешной человек на самом деле в жизни. Очень. Ну вы посмотрите, какая милая фотка. Это реально стильно, если честно, фотка. Есть. А это, видимо, первый день, когда появился коронавирус. Вот Ваня такой уже сразу в защите. В принципе, тут не так уж и много фоток. Обычные, я не вижу пока ничего такого. Вот какой-то диван. Пожалуйста, все, верните. Ай, какой хулиган. Со штабом. Все. Вернусь. Подожди, все, последний чуть-чуть посмотрю еще и все. Это я. Я нашел. Что? У тебя это фотки с собакой, у него получаются очень смешными. Это твое лицо уже с твоим лицом, Вань. Где, пожалуйста. Может тебе выложить ее в Инстаграм? Это не вообще. Не надо, пожалуйста, Егор, не надо. Ладно, у него больше ничего такого нет. Пролистал, тут, короче, тут уже пошли обычные фотографии. Я в качалке, я батя Вани. Что? Это твой батя. Ладно, это Конор. Я этого не видел. Это некрасиво. Ну ладно. Держи. Ваня, он абсолютно заслуженно получил молоток. Я не уверен, что он сможет молотком пробить какую-нибудь стену. И это стоило целой галереи фотографий. Обожаю челленджи. Ну что, Ваня, держи. И что ты предлагаешь этим молотком делать? Ну, разбивай, тебе выйти надо. Тебе осталось 3 минуты. Давай быстрее. 3 минуты. Ладно, окей, поехали. 2 hours later. Это чисто выстрелы. Ваня, я тебе могу посоветовать, как вот умный человек, бей острым концом, пожалуйста.
Короче, молотком это ни хрена невозможно. Единственное, что я могу сделать, это просто ребятам помочь немножко подзабить гвозди. Чтобы была чуть крепче конструкция. Чё там, как у него дела? Кстати, мы не забываем и часто распечатываем ваши комментарии на футболках. Возможно, в следующем выпуске будет опять распечатка, так что пишите в комментариях что угодно. Точку, запятую или что-нибудь Егорик Лох, или Ваня, короче, что угодно. Ну смотри, ты что-то там разбил. Ух, ты чё? Да как вообще залез? Что там у тебя? Здесь можно и даму пригласить. Ну вообще и даму, и покушать и можно. Кушать можно. Ладно, Ванька, ты хочешь второй инструмент? Да, мне нужен второй инструмент, этим я ничего не сделаю. Связывайся со штабом. Ребята, мне нужна помощь. Что дальше вообще? Ваня, чтобы получить второй инструмент, ты должен дотронуться вслепую до предмета и понять, что это. Так это же вообще просто. Окей, давай быстрее. В общем, штаб доставил предмет. Это гигантский. Так, Ванька, ты готов? Да, я готов. Глаза закрыл? О, да, закрыл. Банданой или чем? Ну, я просто отвернулся. На, одень бандану на глаза, чтобы точно. Так подойдет? Да. Только руку опускай, короче. И сейчас смотри. Аккуратно, потому что там может быть что угодно. В смысле, что угодно? Абсолютно что угодно. Ты даже не представляешь, что там может быть. Да? Даже новый торт? Даже новый торт. Смотри, смотри, какие милые. Вань, тебе нужно, короче, сейчас коснуться и понять, что это за предмет. Как только ты угадаешь, тебе ЦРУ притащит новое оружие. Я готов. Аккуратно уж. Что это было? Черт! Блин, куда бежишь? Реально стрёмно. Давай быстрее, ты сейчас убежит, быстрее. Кто убежит? Главное, не подглядывай. Что это могло быть? Что это? Я знаю, кто это! Это паук, блин! Во-первых, у Вани фобия. Это не просто страх. Высшая форма страха – это фобия. У Вани прям фобия на пауков. Ты угадал. Что? Это реально паук. Ты реально подумал, что он настоящий? Да, черт. Я просто начал его шевелить, и, видимо, тогда у него появились сомнения, что он настоящий. Ты заслужил новый инструмент ЦРУ. Тащите сюда. Тащите быстрее. Ты молодец. Ты заслужил еще один молоток. Кого? Это кувалда. Кувалдой можно вынести, мне кажется, вот пол стены точно. Держи, братан. Ну и что толку? Ты серьезно? Знаешь, что я могу тебе сказать? Что уже прошло 13 минут 50 секунд. Я не знаю, сколько у тебя осталось, но мы идем на время. Кто быстрее справится с этим заданием, тот и лучший агент. Это изи. Он только что ударил, мне прям пыль. Окей. Я беру вот эту хрень, прикладываю. О, вот это мысль. Не, мимо, это просто все мимо. Хотя бы... Тебе нужно сделать трещину, а потом кувалды добить. Логично, да? О, Ваня сломал свет. Черт, с два. Теперь мне чинить? Ваня, стой, не колоти. Позвоню подписчикам, попрошу лайк поставить. И если ты соберешь 400 тысяч лайков, то тебе топор дадут. Но главное, чтобы они честно все сделали. Алло, подписчики? Ребятушки мои дорогие, пожалуйста. Ваня просто сейчас в коробке тут находится. Ему нужно раздолбать стенку, а инструмента подходящего нет. Но YouTube сказал, что если будет 400 тысяч лайков, то ему дадут топор. Пожалуйста, попроси. Вот сейчас я дам его. Ребят, прошу вас, помогите. Спасибо. Ребята, спасибо вам огромное. Ванька, братан, тебе повезло. О, спасибо, спасибо, ребят. О, Ванька очень близок. Давай, колоти. Я бы на твоем месте попробовал кувалду. О, смачно. Ну, слушайте, у него получается. Не без подписчической помощи, но получается. Если серьезно, сложность этого всего в том, что, во-первых, здесь несколько слоев дерева, а во-вторых, очень жарко. А когда очень жарко, силы кончаются очень быстро. Ладно, стой. Вань, стой. Я вижу, что ты стараешься, ты уже весь мокрый просто. В общем, у меня есть мысль. Третье задание. Тебе нужно просить ЦРУ, чтобы тебе дали еще один инструмент. У меня уже почти есть полноценная дыра. Ребята, ответьте мне, что нужно еще сделать? Чтобы получить третий предмет, должен выпить из трех бутылок колы. Ребята, а можете бомбу включить уже? Ускорить на 30 секунд? Нет, не надо, ладно, хорошо. Я ускорил. Окей. Короче, мне ЦРУ сказала, что мне надо попить из трех бутылок колы. Просто попить? Просто попить. Странно. Подожди, мне кто-то звонит? Это ЦРУ. Алло, ЦРУ? Ага. Я понял. Короче, ему нужно ментос в бутылке засунуть.
Давайте между. Ваня, хорошо, сейчас, видимо, ЦРУ притащит бутылки, и ты попьешь. Хорошо. Отдыхай пока, отдыхай, дорогой мой. 3 упаковки ментоса и 3 патрона. Давайте. Сейчас главная задача, короче, засунуть ментос и потрясти. И потом дать ему эти бутылки. Давай, давай, успел, успел. Идеал. Вань, короче, ЦРУ прислала кока-колу. Держи, тут 3 бутылки, тебе надо с каждой попить. Ну держи, Вань, я уронил случайно. Пей с первой, получается. Ну ладно, окей, совсем не проблема. Да выпьем же за наш союз. Это было смешно. Ты выполнил эти задания, но я бы поэпичнее открыл. Так что дождитесь моего куска. Тащите ему кирку. Майнкрафт! Ну что ж, наступил, видимо, твой финальный момент. Это кирка. И вот против кирки приемов нет, поэтому я уверен, пару ударов и домику капец. Спасибо огромное, но кирка меня никогда не подставляла. Смотрите, какую огромную дырку он сделал. Вау. Оооо! Охренеть, какая большая дырка. Ты близок, ты близок. Ой, это косплей, давай. Hello! Подожди, попробуй вылезти, мне кажется, ты уже вылезешь. Не, не, еще нет. Просто сними его лицо, он весь мокрый, Вань, покажи. Подожди. Братан, давай, вылазь! Давай, сможешь, слушай. Хорош! Он выбрался! Ваня, ты молодец, ты красава. Скоро моя очередь, Вань, ты че? Ваня, ты... Ну слушай, 1.5 часа бомба бы уже взорвалась, наверное. Просто посмотрите, насколько он мокрый. Сейчас я отдохну, я тебя убью просто. Так в смысле, мы должны были проверить, кто из нас лучше будет агент. Ну, пока ты лучший агент, потому что как минимум ты выбрался. Только ты бомбу не разрядил. Выходи сюда. Подожди, я бомбу выключу. Телевизор. Ты молодец. Знаешь, сколько твое время? 1:32. Фух, ну что ж, теперь моя очередь. Удачи. Настала моя очередь мстить за все. Та-дам! Воу! Запихивайте его обратно сюда. Привет, дорогой! Вы кто такие, придурки вы? А мы именно те, на кого ты не подписываешься никогда. Вижу, ты я не подписываюсь, честно. Так, ну что ж, дорогой, у меня для тебя есть отличная комната только на тебя одного. Что за комната? А вон она, обернись. Комната, из которой ты никогда не вылезешь. Ладно, опа. Чуть не стал. Так, мы начинаем наше развлекательное шоу. Я заряжаю этот таймер на... Сколько ты мне там поставил? На 20 минут? Я поставлю тебе на 18 минут. Та-дам! Итак, игра началась. Егор, выбирайся. И первое задание, которое у тебя есть, это надо выбраться из твоих оков. Есть! Одно дело выполнено. Ну что там мне надо? Молоток? Егор, чтобы получить первый инструмент, покажи подписчикам свои фотографии. Окей. Окей. Сейчас я побалую, сейчас я побалую. Ха! Начало. Какие у тебя очки модные. Ну, посмотрите, какой у нас. Короче, я предлагаю, пока ты смотришь там фотки, дайте мне молоток, я просто уже буду бить. Ну хорошо, отличная идея. Я, в принципе, не против. Возьми, пожалуйста. Да что это? Это Егор просто потерялся. Ребята, вы поставили мне лайк. В общем, ничего интересного на самом-то деле. Фотографии с Янкой, фотографии его обычные, где он... Когда Тардаков переехал. Что ж, если ремонт сделать, то он нормально будет. Девочки, вы упали. Интересно просто, вот за сколько, по вашему мнению, он выберется? Мне кажется, что это будет очень долго. Эй, друг, потише! Главное, чтобы Егор понял, что нужно молотком бить той стороной, которая не гвозди забивает, а вот этой вот остренькой. В смысле? Что? Как ты это сделал? Как он это сделал? Стоп, подожди! В смысле? Я бил киркой, топором, он молотком пробил стену? Я бы смог это все сделать молотком, но, к сожалению, мне нужно опять звонить ЦРУ. Держите молоточек. Алло, Алена, хватит булки есть, давай. Второе задание и второй инструмент. Быстренько! Ты должен дотронуться вслепую до предмета и понять, да, что окей, это. Хорошо. Давай.
Фух, тут так жарко. Сколько времени прошло, пожалуйста, кто-нибудь засечи. Прошло ровно 7 минут. Ты слишком быстро справляешься. Егор, тебе нужно просунуть руку. Фу, боже мой, она волосатая. Что? Не, волосатая? Не, ничего, Егор, ты давай, высовывай руку, закрывай глазки. Вот, на, держи. Это что? Это твоя рука? Да, ну ладно, фокус не в этом. Тебе надо еще ниже опустить руку. У тебя тут сантиметров так ли 15. О, это что? Воняет. Это рыба. Нет, у тебя еще две попытки. Это не живое. Фу. Это какое-то мясо? Это сало, это... А, я понял, это курица размороженная. Да. Победил, хорошо. Было очень, если честно, на ощупь, как будто бы, я не знаю, с чем это сравнить, но по ощущениям, как будто очень странная херня, неприятная. У него был сначала один маленький молоточек, но теперь мы возьмем немножко молоточек побольше. Держи, друг. Блин, он действительно быстро справился, я просто там так потел, и у меня ничего не получалось. Да укомонись ты, ты слишком быстро поделаешь. Оу! Обалдеть. Сюда! Прикол. А что, как вам после второго испытания? Было красиво? Чисто по приколу. Я, в принципе, мог какой-то кувалдой сделать. Но мента с колой, это смешно. Алена! Хватит там булки есть. Че, давай. Ты знаешь, что нужно сделать с колой. Эх, молодой. Поехали! Короче, я лопух. Как видите, у меня получилось только две бутылки. Третью мне не получилось засунуть ментос. Ну, ничего, как говорится, и этого хватит. Давай, вперед, на, Егор. Да. На, братан. Это было смешно, я думал пробку легче открутить. Ладно, скажите, я заслужил кирку? Я весь мокрый, весь грязный. Ребята, а что случилось? Чего вы так вспотели? Вы же вроде бы и не били ничего, и не ломали. Я думаю, что нет смысла давать ему какой-то там топорик. Сразу кирка! Держи! ЦРУ, я надеюсь, вы возьмете меня на работу. Вначале было как-то побыстрее. Ну что, может пролезть? Очень жарко. Давай! Он это сделал. Сколько времени? Ты сделал это за 37 минут? Ребята. Короче, ребята, Егор это сделал. Он сделал это быстрее, чем я. Я вот почувствовал, что я реально агент ЦРУ. Если вы тоже это почувствовали, то напишите в комментариях. Спасибо, что досмотрели именно до этого момента. Поставили этому видео лайк и подписались на канал. Мы погнали снимать новое видео. Ну а пока. Пока. А я вижу, ты не подписан. Жду. На. Подпишись на мой канал, сделай это сам. Сделай кнопку серой, просто тыкнув на экран. Подпишись на мой канал.